Продолжается святочная неделя, которая началась в рождественский сочельник. С праздником Рождества Христова и наступающим крещением Славенцев поздравил епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. Рождество – особенный праздник, который наряду с Пасхой считается верующими самым важным. Рождение Спасителя было заранее предсказано и описано в Ветхом Завете, и оно стало надеждой на спасение для всего человечества. Появление на свет Сына Божьего ознаменовало начало новой эры и стало отправной точкой нового летоисчисления, которое используется до сих пор. Начиная с рождественского сочельника и вплоть до 19 января, праздника Крещения Господня – в храмах проходят праздничные богослужения. В Свято-Успенском храме рождественскую службу провел епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. После службы всех прихожан храма пригласили в городской дом культуры, где состоялся рождественский концерт. Славенцев с праздником поздравили глава Славенского района Роман Синеговский и его преосвященство Феогност. Христос дал нам возможность, родившись по плоти от Пречистой Девы Богоматери, дал нам возможность вечной жизни. То есть если раньше, до Рождества Христова, до Его страдания и воскресения, люди все, праведные и неправедные, все шли одним путем в ад, другого пути не было, потому что человек в раю закрыл себе двери рая дерзновенным грехом. И вот Господь пришел, чтобы разрушить эту стену греха. А как исправить человека? Как его вылечить от этой болезни смерти греховной? Вакциной. Вакцина это и есть соединение божественной природы с человеческой природой. И вот Господь принял на себя человеческую плоть во всей ее полноте, кроме греха и страстей, принял человеческую природу на себя и стал подобным нам, родился, пришел в этот мир. Вот поэтому мы с вами празднуем, поэтому мы с вами радуемся. И вот эти все эти дни от Рождества до Крещения называются днями в народе святки или просто святыми днями. Поэтому все эти дни наш народ ликует, радуется, приветствует друг друга, говоря, с праздником Рождества Христова, потому что Господь дал нам возможность жизни вечной. Хочу всех поздравить с Новым годом, с Рождеством Христовым. Ну и прежде всего сказать большое спасибо Владыке, что вот он оказывает внимание нашему любимому району, окормляет наш Славянский район, поддерживает. И мы понимаем сегодня, что помимо того, что наши дети должны быть образованные, они должны быть еще и духовно воспитаны. Благодаря вот этим, наверное, совместным встречам, я думаю, что мы вместе вносим свой определенный вклад еще и воспитание наших детей. Праздничный концерт, посвященный Рождеству Христову, подготовили воспитанники воскресных школ Славенского благочиния. Ребята показали театрализованное представление, рассказывающее о рождении Христа, а также исполняли танцы и песни.